создание этой прически не займет много времени. Техника плетения вам уже знакома. Она позволяет легко и быстро выполнить прическу. Итак, с правой стороны сделайте диагональный пробор при помощи расчески хвостика. Выделите в теменной зоне прядь и разделите ее на три части. Выполняйте плетение по технике французской косы, добавляя пряди только с одной стороны. Конец плетения выполните в виде простой косы и зафиксируйте резинкой. Далее сделайте следующий пробор на некотором расстоянии от косы. Расстояние зависит от того, сколько косичек вы в итоге хотите получить. Мы будем плести 5 кос. Выделенную часть волос переплетите так же, как и предыдущую.
продолжайте отделять волосы параллельными проборами и плести косички, не доплетая их до конца. Зафиксируйте хвостики резинками. Затем, как показано на видео, заплетите косичку
вплетая хвостики и оставшуюся часть волос по краевой линии роста. Эту прическу можно выполнить на средних и длинных волосах. Конец хвоста зафиксируйте резинкой и украсьте цветком. А если у вас длинные волосы, тогда заплетите косы до конца, подверните центральную прядь в пучок на затылке и закрепите шпильками. С правой и с левой сторон косы уложите в пучок. Концы спрячьте и зафиксируйте шпильками. Пучок должен получиться целостным, в котором не будут видны концы косичек и резинки.